Здравствуйте, зрители YouTube канала. Вот в Узбекистане вот так вот дерево павлоня. Продаем в Ташкентской области. На канале полная информация о дереве павлоне. Кому интересно, можете увидеть. Вот. У нас FT Super Гибрид и М1. Вот. Сейчас ранней весной это надо сажать, сейчас, так как сейчас снег, с русским языком иногда чуть-чуть с акцентом, надеюсь, поймете. Я сам узбек. Соседние страны, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Россия, можете приехать, если хотите бизнесом заняться. Самый хороший бизнес сейчас, я думаю, вот павлония. У него будущее очень хорошее. Я в это верю, так как вот у меня больше 4 лет занимаюсь. Я начал с этого бизнеса. Не в таком большом количестве я приобрел это павлония. И сейчас у меня вот 6 питомников. Можете Казахстан, Киргизия, Таджикистан, если большие земли есть, можете вот приехать у нас посмотреть, увидеть, как мы занимаемся этим. Тоже заняться, если кому интересно. Тоже у себя там в городе продавать. Это спрос еще сильно будет на это дерево. Уже в Европе, можете на Ютубе увидеть, в Европе, в других вот странах уже давно этим занимается. В России это алюминиевое дерево называют. Прибыльный бизнес. Вот я в Узбекистане этим занимаюсь. Спрос очень большой. Соседние страны, Казахстан, Киргизия, только начали интересоваться. Конечно, Киргизии тоже из кули посажены. Плантацию я в Ютубе видел. В Казахстане тоже. Там тоже я видел на Ютубе. Тоже посадил один фермер. Можете вот у них вот посмотреть, как они этим занимаются. У нас вот снег. Вот у нас бывало минус 30-35. У меня вот 5-6 лет павлонии есть на канале. Вот они вот на следующий год весной я их буду пилить. И как второй цикл будет расти, тоже на видео буду год за годом снимать. Ну, это павлоне 6 лет, например, я ее спилю, сколько кубов измерю, и вот зрителям YouTube канала вот буду информацию полную показывать. На канале у меня деревья есть эти, мой дед, царство ему небесное, пусть будет в раю, он посадил. Вот из-за того павлоне вот у меня вот эта бизнес-идея и началась. Я верю в это дерево. Некоторые даже не слышали об этом дереве. Вот это я дерево на следующий год спилю. Полную информацию буду на канал улаживать. Год за годом как выросло. Вот, например, который спилю дереве 6 лет, а потом уже после ее второй цикл уже будет еще быстрее расти. В комментариях пишите. Можете позвонить, заказать, приехать, гостям будете, плов сделаем. Сейчас вот с Казахстана тоже заказы сделали, братья вот. Теперь сейчас они будут весной приезжать, я полный это тоже на видео выкладывать буду. Там павлония. Рядом я живу, можете приехать, есть где остаться, здесь вот офис, построили специально вот для клиентов и для себя, ждать клиентов, можете приехать, отдохнуть,
встретим достойно. Кто хочет этим бизнесом заняться, я думаю, самое время заняться, так как об этом еще мало кто знает. Вот кто фермеры, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, вот им, у них земли есть, им самый момент этим заняться. Есть любые варианты. Вот у нас гибрид FT и M1. Вот как раз Казахстан, Киргизия, Таджикистан, где тепло, как у нас, вот температура, там можно сажать. В России, где холодно, Сибирь, там минус 40-50, я думаю, там будет расти, но верхушки, самые верхушки, мороз будет ударять, но все равно, я думаю, будет там тоже расти. Туда надо просто не такие павлонии сажать, побольше, двухгодовалые. Надо попробовать все равно. Я точно не могу сказать. Многие вопросы задают, в Сибири можно. Ну, с России комментарии пишут. Я сам лично там не сажал. Ну, почему бы не попробовать? Все когда-то надо попробовать. Только понемножку. Ну, в России тоже это продают, павлонию. У них посоветуйтесь. У них, потому что тоже достать легко. Вот Степан Третьяков тоже один. Я у него подписан, с России я подписан. Вот у него можете поинтересоваться. У меня тоже он в комментариях пишет. Павлония вот занимается. Тоже мы уважаем таких людей, кто таким делом занимается. Это всегда уважение. Некоторые не понимают, от этого вреда нету. Самое главное — только польза для земли. Земля планеты тоже полезное дерево. На канале полная информация. Я по-русски не могу все прямо объяснить, но как могу, так стараюсь. Почему по-русски я это все объясняю? Потому что многие просят в комментариях на русском языке. Можно видео снимать. Вот я снимаю именно. У нас в Узбекистане тоже русский язык очень хорошо понимает. Уважает русский язык. Русский народ уважаемый. Соседние страны. Киргизия, Казахстан, Таджикистан. Мы всех уважаем. Лично я уважаю. У меня никакой неприязни нету, никакой вот соседней страны. Я всегда дружелюбный человек. Все, кто меня знает, они знают. Вот. У нас FT и M1 гибрид. FT супер гибрид и M1. Вот. Это у нас маленький питомник. Кроме этого, есть еще большой питомник. Вот они какие вот. Вот так вот вырос, вот диаметр. На канале полная информация об этом, вот когда она зеленая была, я на видео снял. Можете увидеть. Вот так. Вот все вот такие вот. Вот. Это друг другу близко сажали, вот как расстояние. 40, где 30, где 50. Потому что это помощники сажали, по-разному, да, сажали. Но это все на продажу, из-за этого вот так вот сажали. А если ее 4 на 4 схема сажать, это больше 10 метров растет вот этот вот сорт. FT и M1 в Узбекистане самый хороший сорт, я так думаю, на наш, у нас. Потому что мы много раз это экспериментировали. У нас есть свои агрономы. И убедились, и вот этот сорт выбрали. FT и M1 самый лучший сорт. Есть еще в Узбекистане Z07, Шантон. Я не могу о них тоже плохое говорить. Но они тоже растут.
тоже достижения у них хорошие. Не буду обижать, кто вот посадил FT, M1, Z07, там еще другие Павлони, Фарцуне, Эллингата, Тементоза. Я о них не могу лично плохое сказать. Я лично за свой товар, вот, чем вот у меня вот этот все сертификат, все есть, я за свой вот этот товар отвечаю. Вот как. Если это вот высота, 4x4 схема сажаете, еще лучше. Вот в этом году, например, и на следующий год весной сажаете, это вот это так не остается, это технический срез делается вот с землей наравне. А потом второй этап уже будет, ну, на материал, на доски. Здесь. Вот. На доске можете вот это все вырастить. Мы сами будем учить, агротехнику все будем учить. Вот высота. В данное время нельзя ее сажать. Самый лучший вариант. Лучший вариант вот весной. Сейчас весной будем все на видео снимать, показывать, кто у нас вот приобрел. Сейчас потому что снег. На снегу ее нельзя сажать. Земля тоже вот твердая. Уже замерзла. Советуем вот, кто у нас вот заказал, и им советуем это все сажать. Теперь на следующий год. Время быстро пролетит. 3-4 месяца быстро пролетает. Надеюсь, всю информацию на видео я еще выложу. Можете увидеть. Кто в комментариях пишет, отзывается хорошо, я всем им благодарен. Так, об этом дереве, я думаю, лучше много пусть людей знают. Каждый человек по одному дереву посадит на земле, это очень большой польза, я думаю. Вот здесь я живу, отсюда вот захожу, там еще ворота впереди. Вот. У нас вот ночью очень холодно. Вот. Если вот, например, у нас вот минус пока 10-15-5, вот кончики не черные. Если вот морозостойкие, потому что вот. А есть такие сорта, у них уже резко вот кончики чернеют. Ну, то есть уже мороз ударил. А это такой сорт. Мы специально этот сорт выбрали, чтобы наших клиентов вот доверие не пропадало. Этим мы хотим еще. У нас планы очень большие. Еще будем, наверное, долго за ним. На следующий год еще гектарами будем сажать. Еще больше хотим посадить. На следующий год хотим очень много посадить. У нас вот тополь есть, два вида. Есть зеленый тополь, мы называем, есть вот такой тополь. Это в России тоже растет, я много там видел в России. Вот это все павлоня. Зрителям вот стараюсь об этом всю информацию постоянно влаживать. Я этот канал открыл специально вот для павлоний, чтобы быстрее до соседних стран, до наших уважаемых вот братья, вот дошло это дерево, информация. Вот. За это этот канал открыл. Вот это вот все павлония. Есть еще, кроме этого, еще другие деревья. Я об этом еще видео сниму и на YouTube канал выложу. Можете увидеть. Вот по Узбекистану, Ташкентской области, вот в таком машине вот доставка есть, загрузим, отвезем. А чуть подальше, например, Киргизия,
Хорезм, туда уже другой машиной. Исузи вот на таком довезем. Если соседние страны, Киргизия, Казахстан, Таджикистан заинтересованы вот в таком дереве посадить, хотите начать бизнес, приезжайте, мы вам все вот это организуем, доставку там, смотря сколько возьмете. Если в большом количестве, мы вам фуры все найдем, через таможню все документально перевезем. У нас фирма, все вот таможня, вот только через таможню без глины вот можно перевезти. Корешки, если тоже без проблем, корни павлонии. Вот. Есть яблоки. Хотите, яблоки тоже заберете. В любом количестве яблоки тоже. Самые хорошие сорта. Здесь вот ель, ну и так далее. Здесь офис. Вот яблоки, все виды есть. Тоже, например, за павлонием приедете и яблоку можете забрать. Это специально я привез, чтобы вот павлонию, кто, например, у нас приобретет, для них тоже вот на участку можно посадить. Спасибо, что досмотрели мое видео. На акцент мой, надеюсь, не будете обижаться. Как смог, объяснил. Спасибо заранее. Сейчас вот еще видео сниму. На канале выложу, можете увидеть.